То, что здание Соликамской автостанции в ближайшие 3 года ждет реновация, это, безусловно, известие хорошее. Ну, а пока мы вышли на опрос, чтобы узнать у соликамцев, какие бы еще изменения они хотели видеть в центре нашего города. Я бы хотела, чтобы, наверное, детская площадка была больше, чтобы детям было удобнее играть. Может, что-то добавили бы или убавили, убрали наоборот? Не в центре, а в наших надо. В третьем микрорайоне живу, там надо делать эти заезды к нам, дороги. Торговых центров много, планетарий ни одного в городе у нас нету. То вот аллею бы тут поставили, как раньше было бы вообще замечательно. То есть больше зелени, вы думаете? Да, конечно. И поэтому убирали, чтобы почище. А то такой бардак везде в районах. Там. И это в центре, вот тут за дома зайти, там вообще капец. Побольше детской площадки, потому что в выходные очень много детей, и все дети очередь прокатиться на горках. И что-то может для более старших подростков сделать. Еще фонтан вернуть обратно. Что бы вы хотели изменить в центре города? Может, что-то добавить или убрать? Добавить в смысле интерьер, экстерьер, интерьера. Ну, не помешала бы, я думаю, большая детская площадка, хорошая. Ну, еще бы, я так думаю, какие-то зеленые насаждения, потому что как-то, очень он у нас так тускленько смотрится. Все-таки можно было бы деревья, когда убрали, они, конечно, были тополя уже старые, их надо было срубить, но возобновить какие-то зеленые посаждения нужны были бы. Это было бы здорово. Очень хотелось, чтобы в нашем сквере центральном появились деревья, какая-то хотя бы растительность, а не как в пустыне было. Итого, за 20 минут прогулки мы выяснили, что соликамцы хотят улучшить имеющиеся и вернуть то хорошее, что было раньше в центре города, и планетарий. Антон Старостин, Михаил Морошкин, телекомпания «Соль ТВ».